Нет, там
Будешь пробовать сама? Благодарю. А как вы думаете, что будет, если я кину его в воду? Он растает. Он не растает. Yeah.
Значит, я не буду приглашать участвовать в опытах. Значит так, смотрите. У нас получается, что из газа нужно куда-то выходить. Я закрываю крышку, он из носика вылетает интенсивнее. А что будет, если я закрою носик? Взорвется? Нет, что не будет? А давайте проверим. Пробка вылетит! Пробка вылетит! Пробка вылетит! Добавляем воду. Протираем. Давайте быстрее. Закрываем крышечку. А тут? Прям так плотно-плотно. А тут? И она выскочит. А она теперь закрываем носик. Так, нужно протереть еще немножко пару сушек. Давайте быстрее. Я закончится. Я бы сделала. Ты еще давай. Вот какое у нас получилось большое пятно, но наша волшебная колба с носиком без проблем сможет с ним справиться. Мы чуть-чуть потрём вот здесь. Видите? Как вы думаете, я смогу с помощью?
надуть воздушный шарик. Да! Да! Это гель. Да. Да. Это гель. Да. Это гель. Да. Это гель. Да. Это гель. Да. Да. Это гель. Да. Да. Это гель. Да. Да. Это гель. Это гель. Да. Да. 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 А как вы думаете? Готово. Он полетит вверх или вниз? Нет! Вверх! Дальше вверх! Вниз! Кто за то, что вниз? Вниз! А кто за то, что вверх? Вниз, потому что этот газ, он тяжелее воздуха, вы же говорили. Помнится! Он летит вниз! Мы легко пузырей. Ради мыльных пузырей, правильно? Да. Давайте попробуем сделать мыльный пузырь с помощью сухого льда. Попробуем? Да. Правильно? Да. Нет, нет, нет. Так, а кто же мне поможет? Я буду выбирать вас. Те, кто сидит. И сидит, как сынка. Ой, как сложно теперь выбрать. Пойдем, ты с самого начала хорошо сделай. Для чего у нас мыльный пузырь не получится? Правильно, без мыла. Держи и добавляй сюда мыло. Знаешь, где-нибудь вот половинку. Я палец. А что нам еще нужно? Вода. Правильно, нам еще нужна вода. Ты еще хочешь? Как ты иди сюда дома? Ага. Можно даже еще. Вот так вот. Боишься воды. Давай, не бойся. Я вместе с тобой. Мы добавляем крайне воду. А теперь, чтобы поднять пузырь с помощью сухого льда, мне понадобится самая обычная салфетка. Спасибо большое. Попробуйте, пожалуйста, мои бумажки. Я не буду ее. Итак, мы эту салфетку смачиваем тщательно в мыльном растворе. Прям тщательно, тщательно, чтобы она вся пропиталась мылом. Да. Вот она у нас уже вся пропиталась. Да, это можно делать без перчаток. Мы добавляем сюда еще немножко воды. Она не боится, она просто смеется, да? Нет. Она так всегда будет. Одно мгновение. Сейчас будет проще, если мы салфеточку расправим. Накрываем. Она рвется. Она рвется. Ничего страшного. Сейчас все получится. Давайте позовем пузырь, чтобы он получился. Мы приготовим свою химическую кашу. Ты что, на вид?
тоже. А я его маком сделала. Ну и прекрасно. Да? Химичка только что, просто я не кушаю, я ее варю. Только тяпи, и все. А значит, у меня уже поднимается. А если попробовать, то все сели на место. А я не буду показывать опыт. Так. Ой, ёлки, я что-то не включила. На кашу можно посмотреть. А мне? Что? Ты не увидел? А мне? Нет, трогать нельзя. А мне? И тебе трогать нельзя. А посмотреть можно. Ребят, вам видно? Скажите. Трогать нельзя. Какие? Будешь в том или пятом классе, пройдешь с ними, вот и будешь знать. Нет, восьмом. На восьмом, куда? Мы на пузырях. А ты сейчас сколько? Я в третьем. Синяя миска? Вау. Я первым, я на первом. Волшебная тарелка. Ой, не тарелка, а ракетка. Поднимем.
поднимает на нас внутри? Да. Лестницы друг к другу. А мы даем? Можно, можно. Четверо по лестнице. Спиночками друг к другу. Да, ручки прижали, все прижали. Готовы? Да. Давайте все вместе посчитаем. 3, 2, 1. А то юбочки у нас могут задеться вперед. Думаешь, Кристина, я тоже не хочу? Я хочу. А почему мы не считаем? Давайте. Почему? Потому...